И далее мы переходим к группе уже испанских, испаноязычных писателей, которые также фамилии имеют начинающиеся на букву В, и которые по вот этому, так сказать, временному диапазону у нас укладываются опять-таки с конца 15 века, по существу, середины даже 15 века, до нашей современности. И, конечно, мы начинаем свой рассказ об этих авторах с еще одной выдающейся абсолютно фигуры, с Феликса Лопе де Вега и Карпио. Вот такая у него была фамилия. Известен он нам, конечно, всем по литературе, по театральным программам, как автор выдающихся совершенно комедий, трагедий, драм Лопе де Вега. Великий испанский драматург. Здесь у нас представлен самый крупный, наверное, из издававшихся в России, в Советском Союзе, вернее, в современный период, шеститомном собрании пьес Лопе де Вега, которое было предпринято издательством «Искусство» в 1962 году. Здесь, конечно, представлены самые крупные, самые известные центральные драматические произведения Лопе де Вега, такие, конечно, как «Овечий источник», это «Собака на сене», ну и многие другие, которые не только были в России широко представлены на театре, но и были, конечно, читаемы в прекраснейших отечественных переводах самых разных отечественных авторов, начиная с дореволюционных, до российских поэтов дореволюционной эпохи, начиная буквально там с совершенно выдающихся переводов середины и конца 19 века и заканчивая, так сказать, и символистами, которые тоже большое очень внимание уделяли этим драматическим стихотворным произведениям. Ведь Лопе де Вега писал свои драмы в стихах и комедии. Конечно, это во многом определяло внимание поэтов российских вот к этому автору. И внимание и театров, кстати, тоже. Вот. Но то, что Лопе де Вега, кроме того, был еще и по существу прозаическим писателем, и то, что Лопе де Вега написал огромное количество пьес, которые, в общем-то, сегодня остаются окончательно невыясненным даже. По некоторым предположениям, количество пьес, написанных этим выдающимся драматургом, где-то колеблется от 500 более или менее, так сказать, установленных неким образом, так сказать, предварительно, до 800 пьес. И по разным источникам, так сказать, называются разное количество, но многие из них были в течение большого периода времени, перед этих 5 столетий, конечно, утрачены. И тем не менее, вот, конечно, то издание, которое было предпринято в начале 60-х годов прошлого века в Советском Союзе, оно, конечно, отражает очень небольшой кусочек из вот этого грандиозного, совершенно поэтического наследия Лопе де Вега. Ну и, конечно, мы не можем не отметить
Вот издательство опять-таки «Наука», Москва, 69-й год. В серии «Литературные памятники» были опубликованы новеллы Лопе де Вега, которые дают нам некоторое представление о творчестве этого писателя как прозаического писателя, как представителя прозаического жанра, ну, в малых формах в данном случае. Конечно, нет никакого смысла для того, чтобы обсуждать непосредственно те или иные произведения драматургические Лопе де Вега. Ну, конечно, наши современники в современной России прекрасно помнят фильм, снятый по пьесе, по комедии фактически, да, Лопе де Вега «Собака на сене», одну из, так сказать, выдающихся экранизаций, с которыми мы были знакомы, что называется, с детства. Ну и, конечно, многие другие произведения, которые дают нам, во-первых, представление о блестящих поэтических способностях, о том великолепном тексте и великолепных, конечно, переводах, которые положены в основание, в том числе, этого фильма. Ну и дают нам, конечно, представление о той общей драматической культуре Испании, которая, собственно, во многом была заложена в испанскую драматургическую традицию именно этим автором, и который мы, конечно, будем отмечать у последующих драматургов, писателей, к которым мы в дальнейшем сейчас будем обращаться. Следующий автор, которого мы бы не хотели обойти вниманием сегодня, это Хуан Валера и Алькала Гальяна. Или Хуан Валера. Значит, это писатель, это поэт, который оставил довольно-таки крупное такое творческое наследие, который является, конечно, уже представителем гораздо более позднего литературного периода, это 19 век, который в очень большой степени был, мы бы так сказали, вовлечен в культурный, литературный процесс, в том числе и в России, поскольку в течение длительного периода являлся испанским посланником в Российской империи. И по существу в значительной степени именно благодаря вот своему нахождению в России Хуан Валера оказался, так скажем, не только переводимым в России, но и издаваемым довольно-таки в больших объемах испанским писателем в 19 веке и довольно популярным в России 19 века. Это интересный и для своего времени и действительно известный билетрист вот такого авантюрно-философского, если можно так высказаться, направления в литературе, который в значительной степени мы можем идентифицировать как любовный роман, который вместе с тем
Ну, наряду с тем, что иногда грешит недостатками стиля, чисто, так сказать, литературного, профессионального стиля, но, тем не менее, является увлекательным и в ряду аналогичных произведений того времени, а их было огромное количество издано, не написано в XIX веке, особенно во Франции, особенно да и в Испании тоже, которые, в общем, по существу, да и в России, и без этого не обошлось, которые, в общем-то, покоряли сердца молодых девушек на выданье, вот именно тем прекрасным романтическим любовным настроем, несчастными влюбленными, которые, так сказать, завершали свою жизнь трагически, они все умирали. Вот, и тем не менее побеждала вечная любовь. Ну, это примерно, так сказать, тон вот этих произведений. Вот к одному из таких произведений мы сейчас и обратимся в творчестве Хуана Валеры. Это «Иллюзии доктора Фаустино». Этот роман издан издательством «Художественная литература», Ленинградское отделение, в 1970 году. Он является прекрасной иллюстрацией творчества этого испанского писателя XIX века. И вы можете с удовольствием познакомиться с приключениями, жизненными злоключениями доктора Фаустино, который не мог выбрать истинную любовь между двумя блестящими женщинами, одна из которых была почти его предметом, так скажем, телесных вожделений, тогда как вторая была для него духовным эталоном. И вот этот выбор, который он не смог сделать правильно, и погубил его, и погубил его избранниц. Ну, вот такой довольно типичный для беллетристики XIX века мировой сюжет. Следующий автор, к которому мы обратимся, Рамон Мария дель Валье Инклан. Здесь у нас представлен двухтомник этого испанского писателя XIX века. Практически до почти середины XX века работает Валье Инклан. В 1936 году ушел из жизни. И здесь представлен двухтомник его. Издан он был издательством «Художественная литература», Ленинградское, опять-таки, отделение, в 1986 году. Это тоже довольно такие для российской и советской, так скажем, издательской практики довольно полное издание произведений Валье Инклана, которое очень, ну, в достаточной степени представляет нам его многогранное абсолютно творчество, его интересы широчайшие. Это и поэт, это и прозаик, и это, конечно, в большей степени, возможно, даже и драматург испанский, который оставил множество великолепных произведений разножанровых, которые очень типичны для именно
той литературной, великой литературной школы, которая сложилась к XIX веку в испанской литературе. По существу это испанский классический реализм. Здесь же присутствует уже у Вальейн клана присутствует и абсолютно, так сказать, символистское направление. И многие произведения его отнесены именно к модернистским произведениям. Вот. Но вместе с тем это вот то, о чем мы говорили, когда говорили про Баруху и про многих других испанских писателях этого периода, это вот, конечно, самый расцвет итальянской литературы, испанской, извините, литературы, который вот как раз падает на этот период второй половины 19 века, начала 20 века. Ну, конечно, нельзя обойти вниманием стихотворное творчество Вальейн-клана, прекрасные абсолютно образцы, очень своеобразная стилистика этих поэтических миниатюр, очень достойно, очень красиво рисующих пейзажи, это пейзажная лирика, это, безусловно, любовная лирика, это патриотическая лирика во многом, она, в ней чувствуется вот исключительно такой испанский дух, который, конечно, столь типичен для испанской литературы вообще, и вот тем, кто внимательно, так сказать, обращался именно к истокам испанской литературы, вот, скажем, к творчеству того же Лопе де Вега, к, безусловно, к Сервантесу и к многим-многим другим испанским авторам, он этот особый дух жарких, почти пустынных степей Испании, Южной Испании, особенно вот этот вот переходящий в африканский почти колорит, да, в берберский колорит мотив, такой многонациональный, безусловно, вот Вальейн-клан галисиец, он представляет одну из особых национальных ветвей испанских и в творчестве, в том числе и в культуре в целом. И, конечно, вот это все очень хорошо отражено в его поэтических произведениях. Но не менее, так сказать, взрывоопасных, что называется, таких фееричных, абсолютно драматических произведений, которые в этом двухтомнике содержатся. Ну, тут пьесы есть, варварские комедии, «Господин Слова», «Вертеп алчности, похоти и смерти», вот, которые дают, ну, просто прекрасное представление о, да еще и наполнены символическим началом модернистским. Вот в этом плане можно, вот, например, «Орел в гербе», пьесу, представленную в этом первом томе, рассматривать как один из шедевров символизма и совершенно невероятными образами, совершенно невероятными событиями, которые в ней описаны. Вот. И, конечно, прозаические произведения, которые, так сказать, представлены во втором томе, это три по существу романа: «Цвет святости», «Карлистская война», представленные романом в трех частях, и «Арена Иберийского цирка».
Вот. Вот по существу я еще раз бы хотел отметить, что тут во всех красках представлено творчество этого интереснейшего испанского писателя 19-го, первой половины 20 века, к которому мы призываем, конечно, обратиться и которому совершенно необходимо уделить свое внимание для того, чтобы еще раз увидеть, насколько многообразна, сильна и все-таки окрашена национальными красками культура модернизма 19-20 века.